мы на Змейке катаемся. Я-то не катаюсь, меня катаю. Вот, Миша, лютый. Ты второй? Со мной поедешь? Давай, только меня может развернуть, но похуй. Бля, это уже серьезная хуйня, слышишь? Просто едем боком, боком, просто, блядь.
хороший, да, бля. Я трассу просто вниз взял. Здесь, бля, ощущения вообще другие, да? Эмоции вообще другие, тин драк. Драк другое, там по прямой. Да. А здесь, блядь, вообще. Пойдет, да? Народу, смотри, пришли зрители. 3 января народ должен спать, а они вон, видишь, приходят, наверное, стоят. И то еще не слышали многие. Да, много интум не знаю. Так,
Дорогой запах. Да. Тупо стоит.
стояли, да, где-то 15 секунд. Да нет, так, да. Вот, ребята. Его зовут Миша. Лютый. На инстаграме можете найти его. На самом деле там чуть-чуть еще есть. Вроде все нормально, чтобы это насос нормально. Тут полный сток? Да, полный сток, МТ дроссель. Ну, в смысле, он МТ-шный сам по себе. Что, здесь больше ничего? Механический дроссель, да? И ну, еще да, тон. МТ? Да. КСА, МТ, МОСК, МТ, больше ничего, вообще все штатное. Турбины штатные, нулевик и кулер, и все. Наверное, на нем намного проще, да, дрифт? На самом деле автомат тоже без разницы, просто на нем, наверное, карты другие. Но это так, ходят слухи, так сказать. Просто мне кажется, что ты можешь... А, ты про электронный на 150? Да, да. Если у тебя мозг стоит, если мозг стоит, работает. Все нормально. Если мозг стоит, все нормально. Сейчас, чуть раньше, да. Там привыкаешь, там доли секунды задержка вообще.